эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 января 2018 года среда, по одному из старинных 38-й день месяца Белого сияния покоя и мира, 7526-го лета недели. Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина. Так называется наша сегодняшняя тема живого эфира. И с нами автор Сергей Сухинин, про которого, в общем-то, мы и будем говорить. Ну, может быть, и не только про него, а еще и про истоки Руси и про его картины. Короче, здравия тебе, Сергей. Здравия, здравия тебе, Алексей. Здравия всем, кто меня слышит, слушает, видит. И доброго вечера. Хорошо, страна у нас большая, Русь и Россия не огромные, поэтому где-то уже вечер, а где-то только-только солнышко на восход собирается. Итак, давай для начала все по порядку. Кто ты? Откуда ты? Как докатился до жизни такой? Расскажи нам, пожалуйста. Все рассказываю, как я докатился до такой жизни. Значит, я Сергей Николаевич Сухинин. В общем-то, родился я в городе Измаиле. Измаил находится в дельте Дуная. Ну, а когда-то, в 1790 году, значит, Александр Суворов, значит, брал крепость Измаил. То есть освобождал эту территорию от гетьма Отаманской империи. Или потом ее называли турками. Турция и так далее. Поэтому где-то примерно в 1870-м, в общем-то, образовался сам город. Вот предводительством, или кто его начинал, это Тучков. Вот так, в общем-то, образовался Измаил как город. В общем, родился я 2 марта 63-го года. Значит, что? Значит, образовательную школу прошел, потом художественную школу. Вот, пытался поступать в художественное училище Грекова в Одессе, но как-то не получилось. Потом, после 10 класса, пытался поступать в Харьков, художественно-промышленный институт. Ну, меня что-то потянуло на монументальную живопись. Я люблю громадные работы. Но там что-то набор был большой, и тоже не получилось. Ну, в общем, как-то где-то я как-то, ну, честно говоря, разочаровался чуть-чуть в художестве. Хотя с самого раннего детства, с 5 лет, я начал рисовать. Ну, ничего страшного. И после этого пришлось, в общем-то, идти в морское училище, потому что все мои одноклассники, в общем-то, пошли вот на моряков. Вот так я закончил морское училище и, в общем-то, начал ходить по морям и океанам. Ну, а это еще было при Советском Союзе, то есть у нас было... Советско-Дунайское пароходство, сейчас оно Украинско-Дунайское пароходство. Вот. Ну, при Советском Союзе как-то было чуть-чуть лучше. Было много раз лучше. Ну, а получилось как? Помимо того, что я вот ходил как бы по рейсам, рисовать, в общем-то, я не бросал никогда. В общем-то. И потихонечку я еще занимался, как бы, много читал. Читал в основном литературу, это вот, сказки, предания, былины. Меня больше интересовало наше. Потому что в школе, вот когда мы изучали там историю Древней Греции, Рима, значит, мне как-то, честно говоря, вот, ну, не шло оно. Ну, это оно вроде как бы не мое. Хотя пришлось это изучать, сдавать там экзамены и так далее, но мне больше нравилось свое. Поэтому я помню, что где-то вот в 4 классе, по-моему, мы изучали Древнюю Русь. Ну, это был как бы предмет такой быстрый, я, в общем-то, не запомнил его, но больше понравилось наше. С того момента я, в общем-то, и начал заниматься по нашей вот, русской культуре. И, собственно говоря, почему это получилось? Потому что мой дед по матери, в общем-то, а сами родители, они, вот, мать она в Белгородской области, а отец, он, вернее, его семья с Московской области. Потом отца, отец, в общем-то, был руководителем депо в ТОВСЭ в 1924 году. Ну, а там что-то получилось,
что-то не так пошло, и, в общем-то, с отцом, как бы, вот, о нем я очень мало знаю, о матери, о ее родственниках я знаю, вообще-то, больше. Так вот, дед, я проводил там практически все детство свое в Граевском районе, в селе Порос. Вот, там были леса, значит, водоемы, в общем, такая красота прекрасная. И вот дед как раз с бабой рассказывали мне, в общем-то, много-много сказок. И что самое интересное, что вроде как дед был баптист, говорят. Но на самом деле, вот когда он книги свои читал, я вот помню, что там было много богов у него нарисовано. И самое большее я запомнил, что было 3 спутника. Потом, конечно, когда уже началась школа, в школу я пошел, после школы, все это забылось. То есть чуть-чуть переформатировали. Вот. Ну, а потом, конечно, я начал увлекаться, ну, больше там фэнтези пошло в 90-х годах, там, и наше, и зарубежное. Вот, из них много чего черпнул интересного. Вот, потому что все вот эти фантазии, можно сказать, или фэнтези, вот, в общем-то, они основаны на все на древней культуре русов. Только переработаны и подставлены там другие имена, другие действия и, в общем-то, времена. Дальше. После этого, значит, после того, как я много там ходил по морям, ну, в принципе, мне тоже это помогло, очень сильно помогло. Почему? Потому что рисовать я все равно не бросал, а то, что я увидел, и увидел много, в общем-то, я всю Евразию обошел. То есть это Индийский океан, Тихий океан, Атлантический, Северный Ледовитый, Берингов пролив. Единственное, что я не был в Америке. А так, в общем-то, все эти страны просмотрел. Ну, как бы не углублялся я вглубь. Вот мне очень понравилась Сирия. Вот мы когда еще при Советском Союзе ходили, эта страна была вообще-то процветала. Процветала очень сильно. То есть, помимо там этих пустынь, там еще были горы, леса, водопады, нас возили. И вообще, сами, как бы сам народ и жители в основном были белые. Там мало было арабов, в общем-то, и в основном оно как бы больше христианское, чем мусульманское. Ну, а познакомился в основном там, мы в магазины ходили, а продавали наши русские женщины, которые вышли замуж за сирийцев, которые учились там в Петропавловске, в Москве, в Киеве и так далее. Вот. И пришел момент такой в жизни, что где-то уже в 30 там, лет, 35 лет, я начал задумываться, а что я здесь делаю, ну, именно на море. То есть, да, вроде как финансово нормально, вроде все хорошо, да, но а вот то, что тебе дан дар, ты обязан, в общем-то, этот дар, ну, как бы не то, что не использовать, а ну, выполнить свое предназначение. И вот тогда начались, как бы, можно сказать, глюки, то есть шло такое раздвоение, непонятно, что я здесь делаю, в общем-то. И я решил с моря уйти. Я перешел на речку, вот, и, в общем-то, на речке я обошел там Австрию, Югославию, Румынию, Сербия сейчас, раньше Югославия была, вот, и Германия, это Бавария. Тоже было очень интересно посмотреть все. Так, в общем-то, много чего я там видел, насмотрелся и так далее. И, в общем-то, можно было бы сопоставлять цивилизованный мир, да, вот, с нашим там советским обществом. Ну, сейчас, в общем-то, свободным обществом, непонятно каким обществом. Вот. И что я заметил интересное, то, что там, да, там действительно очень все красиво, ухожено и так далее, но ограничения там большая масса, то есть за каждую мелочь, ну, может, по глупости, может, там еще по чем-то, ну, там приходится там где-то бумажку неправильно бросил, где-то что-то еще, и штрафы там, колоссальные штрафы. То есть, честно говоря, вот под этим всем красивым, под этим всем вот таким вот вроде бы благоприятным. Но, честно говоря, вот там как-то холодно было. И, в общем-то, честно.
честно говоря, все чужое. И когда уже я приходил домой, в свои родные болота, то родина есть родина. Это тепло и радостно, и, в общем-то, все свое. Поэтому, как бы сопоставляя вот эти культуры разные, ну, или цивилизации, можно сказать, если вот честно говоря, то я почему-то считаю, в общем-то, что у нас Русь, да, это вот ведическая культура, то есть культ, почитание, Ра, первоисточник или первозданный свет, да. Вот. А иногда вот говорят русская цивилизация, да, или славянская цивилизация. Думаю, почему цивилизация? Как-то была передача, вернее, передача «Игорь Богов». Стрижак. Стрижак, да-да-да. Вот. Значит, у него ценнейшая вот эта «Игорь Богов», там, начало с пятого акта. И, в общем-то, я все прослушивал, много раз просматривал это видео. Вот. И там разъяснение, что такое цивилизация, да, то есть это разъединение первичной силы на вторичную, энергии и так далее. Ну, а потом, конечно, подумал, да, действительно, если, предположим, в древности это была культура русов, славяно-ария, то вот нынешнее положение, в котором мы сейчас все находимся, да, оно получается уже цивилизация. Поэтому я как-то уже не стал на это внимание обращать, на русскую цивилизацию. Вот. А был выбор такой, что или идти по штурманскому делу, ну, то есть по морской части, или поступать по художественной части. Но я выбрал художественную часть. В общем-то, я поступил в институт, потом закончил университет. Вот. Поступал я вроде как на ИЗО, изобразительное искусство. Вот. Но не посмотрел, что там преподаватель начальных классов. Помимо рисунка, живописи, композиции и истории искусств, еще было там где-то около 28 предметов. Методика украинского, русского, там, математики, физики и так далее, и так далее. Ну и пришлось все это изучать. Честно говоря, когда пришел с флота и начал вот это все изучать, я попал вообще-то в другой мир. То есть все перевернулось, и, честно говоря, и вот когда начал изучать, думаю, вот как же так, я вроде как бы там знал чего-то, да, а тут вообще как непонятно что. Ну и пришлось, в общем-то, социологию, политологию и так далее, все это изучать. И в то же время и методики русского и украинского. Это в дальнейшем мне очень сильно помогло. Вот. Почему? Потому что помимо того, что ты делаешь картины, пишешь их вот по славянской тематике в основном, именно древнеславянской, то помимо того, что да, оно в классицизме написано, то есть в реализме, но описывать или аннотации там, этим работам, приходится самому это делать, потому что за тебя это никто не сделает. И поэтому, в общем-то, методики русского языка, пускай хоть оно и фони этого обрезанного или безобразного, да, но помогли вот составлять предложения и так далее. Потом я уже начал изучать дальше. И был еще такой момент очень интересный. У нас преподаватель был Веселов, Виктор Веселов. В общем-то, он был полковник в отставке и перешел вот на эту преподавательскую деятельность. Ну, а сам он, по-моему, с Москвы, а тут получалось, что при Советском Союзе, Измаил как бы в Советском Союзе был закрытый город. И военный, в основном, кто выходил на пенсию, и пожелал здесь остаться, и город практически, в общем-то, состоял из такой интеллигенции именно вот отставных военных. И это очень хорошо. Почему мы хоть и считаемся Украина, да, гражданство Украины, территория Украины, но сам город, он-то, в общем-то, русской славы и русского оружия. И большинство-то здесь людей, в общем-то, и русских. Вот. И вот этот Веселов, профессор, он преподавал у нас культуроведение и философию. И когда я сдавал экзамен, ну, в общем, там инцидент такой не очень хороший произошел. Я начал-то этой терминологией, что было написано по книгам культуроведения. А он там, в общем-то, забрал эту книгу и говорит, ты вообще что мне рассказываешь? Теперь не надо рассказывать мне твою терминологию, что написано. Ты, когда смотришь книгу, ты читаешь, что там написано, то ты изучай, понимай. Если ты не будешь
понимать, что там написано, смысла того, что ты изучаешь, не будет. В общем-то, я начал, когда какую-то литературу читать или изучать, я действительно ее начал изучать. То есть я начал понимать, что там написано. Не просто вот как в режиме магнитофонной ленты, а именно осознавать. Это ему великая благодарность. Да, но он ушел с этого мира, царство ему, и Ирия Небесного. Хороший был человек и вообще просветленный, можно сказать. И где-то в 2006-2007 году, в общем-то, у меня появился компьютер, и я нашел как раз вот славяно-арийские веды. И начал я с Харати Света. До этого я как-то изучал эзотерию чуть-чуть, там, поверхностную правду, оккультизм. Ну, мне что-то не очень нравилось все это. Там все как бы в осколках. То есть не было цельной картины, и ничего я мог найти по своей тематике. И когда я вот Харати Света прочитал, то, в принципе, я, конечно, был ошеломлен тем, что что-то вот, оно все родное, как будто я когда-то это знал. Вот такое ощущение вот, интуитивно произошло. И потом начал изучать там Санкт-Петербург Перуна, вот, и, в общем-то, увлекся очень сильно. Да и до сих пор вот мне по душе славяно-арийские веды. Хотя, вот, если зайти в интернет, там много всего пишут, и, конечно, не очень хорошие высказывания, ну, в общем-то, на них обращать-то внимание не надо. Но это был как бы вот как бы первая ступень именно познания. То есть это были ключи к дальнейшему развитию или осознанию вообще, что такое русы, да, что такое славяне, что такое арии и так далее. И потом, в следующее, я уже хоть научился различать, что действительно русы – это светлые, то есть это качество, то есть свет ра, да? Вот, или положить там на Руси место, на светлое место. Вот. Славяне – это мировоззрение, миропонимание, то есть не религия, потому что, в общем-то, повторов нам не надо, наши предки не нуждались в повторах или чего-то других, потому что они напрямую были связаны с своими родными прадедами, дедами. Вот. Ну, а мы их называем богами, то есть, которые достигли высочайшего уровня развития и, в общем-то, могли быть и солнцами, и, в общем-то, чертогами, созвездиями, да и целыми сваргами. Вот. И, как бы, вот в этом плане я очень начал больше и больше, в общем-то, читать, изучать и так далее. Ну, первые источники до славяно-арийских вед были, ну, вот Асов интересно писал, было интересно, очень много он там дал, хотя где-то было чуть-чуть, я думаю, что непреднамеренно, конечно, искажено некоторые, в общем-то, повествования, былины. Вот. Потом Георгий Сидоров, после Сидорова, Валерий Демин очень много дал, очень. Потом Щербаков по скандинавской мифологии. И тут еще украинский писатель попался, значит, Каныгин. «Путь ариев» написал, вот тут книжечка есть. Да. Ну, честно говоря, как бы хорошо написано, все великолепно, но вот это, как это можно выразиться, в общем-то, Украина, это Магоги, Гоги и так далее. Ну, чуть-чуть винегрета очень много и так далее. Я вот почитал его 4 книги, и, честно говоря, как-то не очень понравилось мне это все дело. И, в общем-то, пошел уже отбор. То есть, пошел естественный отбор, если ты уже начинаешь различать, ты уже начинаешь сопоставлять, то есть не сравнивать, а именно сопоставлять. И поэтому ты выбираешь то, что тебе по душе. То есть, как бы здесь получается, что ты чувствуешь в основном не логикой, то есть, как бы логика, она прошла, ты уже изучил, то есть ум обязательно при изучении нужен, или логика, последовательность. А уже когда ты это изучил, то есть уже другая стадия или другая ступень, это интуиция. Ну, так как я еще с детства очень любил, как бы я больше понимал, это через образы. То есть через образное мышление мне больше доходило. Я и в школе вот плакат рисовал там по биологии, по химии и так далее.
И мне было это больше, лучше, то есть я лучше воспринимал, чем логистикой. Ну, вот такой у меня склад, в общем-то, мышления. Но это очень сильно помогло. Помогло в том плане, что образы начали приходить. То есть помимо вот литературы, книг, помимо вот, интернета, есть еще, в общем-то, вещи, лес, да, и поле, да, большое. То есть, как Вернадский говорил, моносфера. Вот. И, возможно, оттуда что-то приходило. Вот. Но после славяно-арийских вед, конечно, я основательно начал заниматься именно вот по тематике. То есть, первое, это истоки Руси. Почему истоки? Потому что вот надо было узнать, кто мы, откуда, вот, зачем живем, в общем, чего пришли сюда на эту землю и почему меняем мерность, то есть смерть приходит. И потихонечку я, в общем-то, начал все это изучать. И при изучении приходили очень много образов, очень много. И я начал вот творить картины. Значит, стилистика картин, можно сказать, что это симбиоз иллюстративной техники или плаката и станковой живописи. Мне, в общем-то, это больше как бы, нравится в таком стиле работать. А где-то в 76-м году, я еще в 6-м классе был, как раз вот по радио я услышал о Константине Васильеве. И потом уже где-то, не помню, там где-то печаталось, может, в «Огоньке», может, еще где-то, его картины. Конечно, меня очень сильно поразили. Потом я уже, когда были его уже, и начали издаваться его альбомы, и, в общем-то, мне повезло, что я вот в Одессе нашел его большой альбом, в общем-то, посвящен как раз Васильеву, репродукции и так далее. И, конечно, в общем-то, у меня вот запомнился, стилистика мне понравилась, потому что сам Васильев тоже долго подходил к этой стилистике и вообще вот к этому как бы образу именно предания, былины сказания славян, славяно-ария, фирусов. Вот. Ну, что самое интересное, что меня поразило другое, то, что он был, тоже шел путями там Дали, значит, сюрреализм, там кубизм где-то был. Вот. И тут резко, вот, как бы, в этом, а потом резко вот поменял стиль. И стиль так, что аж, вот, то есть, это не соцреализм был, это было что-то для тех времен, да и для сейчас это было, в общем-то, что-то новое. В то время, как раз вот во время Константина Васильева, был еще один художник, это, по-моему, Александр Сачев, сам белорус, в Белоруссии. Вот. Если Константин Васильев писал на тему славяно-русов, то Исачев как раз писал на тему библейской, потом, в общем-то, шумеры, Вавилон. Но именно вот техника и подача, в общем-то, образов была, в общем-то, совершенно. Действительно, очень сильно, мощно и так далее. Поэтому вот до сих пор работы картины Константина Васильева, Доронин как раз рассказывал, что вот с них снимают энергетику, и они уже как бы не так смотрят. И все это не так. Дело в том, что энергетику с них невозможно снять. Они всегда будут. То есть энергетика, она всегда будет. Просто то, что такое время получилось, что люди как бы мало кто обращает внимание на свою собственную культуру. В основном это западная цивилизация, ее массовая культура. Вот, преобладает, преобладала, сейчас уже пошел на спад, сейчас, конечно, меня радует то, что больше реализма начало вот, идти, даже вот зарубежных художников, я тут много собираю, всемирное искусство, в основном по реализму, и, значит, Америка, там, Италия, даже вот Китай, в общем-то, они как раз вот стремятся вот к нашей, именно вот в школе русского или соцреализма. Это очень сильно радует. Вот. И кубизм, потом что там, абстракционизм, в общем-то, уже уходит на задний план. В принципе, он как бы свое
действие, вернее, как бы свой проект он отработал. Сами по себе там кубизм, сюрреализм и так далее, это плохо или нехорошо. В смысле, и неплохо, и нехорошо. Вот. Дело в том, что какую цель они преследуют. Я как-то вычитал, это не помню, в какой-то книге этого Медали, а... Ну, бог с ним, написал хороший художник, хорошую картину, да? Ну, он по кубизму в основном. Как же его? Ну, ладно, забыл. Да, и, в общем-то, он написал такое изречение интересное, что картины, в общем-то, это не для... вешаются не для красоты. И не для того, чтобы там радовать или не радовать, по его высказыванию. А это есть оружие массового поражения. Вот такое было высказывание. Ну, честно говоря, да, можно где-то воспринять это. Почему? Потому что сам художник или живописец, там, творец, в общем-то, он влаживает в картину, или в живопись, графику, неважно, в скульптуру, он влаживает часть своей силы и своего мировоззрения и миропонимания. Поэтому это очень важно. Почему? Потому что действительно тогда сам образ, который он, в общем-то, материализовал, несет какую-то силу, да. То есть она может быть и отрицательной, и положительной. Вот. Ей, в принципе, можно и радовать, и, не знаю, в общем-то, и можно, и, в принципе, и не радовать. То есть все зависит от самого художника, что он влаживает, вот, и для чего. То есть если он развивает красоту, да, к свету, а он может еще и, в общем-то, и к тьме. Ну, такой пример есть, это есть был такой художник Рудольф Гигер, который создатель, в общем-то, этих чужих, да, вот, то, конечно, там жутко, очень жутко. То есть, хотя он в реализме это писал, но они, честно говоря, не из нашего мира и не для нашего мира. В принципе, сам-то и художник, в общем-то, откровенно и говорил, что он эти работы пишет, потому что то, что он находится в теле человеческом, это значит, что он еще человек. То есть его миры совсем иные, где есть извращения там всякие и так далее, и тому подобное. Вот такие художники еще. Поэтому я предпочел вот путь света. Почему? Потому что я как-то пробовал вот в сюрреализме, да, пробовал подходить вот к этой тематике вот, темных миров. Но, честно говоря, у меня не очень хорошо получилось. Это раз. Во-вторых, как-то что-то с здоровьем не очень. Поэтому я эту тематику сторонился и отхожу, в общем-то, стороной. Но, тем не менее, при создании, в общем-то, по ведической культуре, то есть картины, вот, не только же есть свет, да, кроме света есть еще тьма. И получается, что как бы только показывать свет, вот, он, то есть одну сторону, а есть вторая сторона медали, то есть надо еще и показать и тьма, что это такое, и так далее. То есть пришлось бы и изучать и это. И, в общем-то, тоже изучал по вот этой тьме. Был такой блогер, горожанин из Барнаула. Он очень много информации вот, по вот этим инфернальным существам. Плюс вот Сааль, интересно, много там подсказывает и рассказывает. Ну, помимо этого еще и Владимир Шемшук. Вот. Но я вот когда первый раз начал читать его по вот этим существам всем, да, то я думал, ну, я фантазер, а это еще вот круче меня. А потом уже после этого начал, в общем-то, понимать и как раз вот эти существа, которые мы считали мифологическими, несуществующими, там, киноцефалы, там, люди, там, лошади, да, люди, коты, там, циклопы, на самом деле существовали. И очень хорошо и замечательно как раз это показал Виктор Максименко. Молодец, я, в общем-то, ему высокая благодарность. И помимо истоков Руси, где как раз вот отражается или показывается, лучше так сказать, именно наши предки, деды и боги светломудрые, и там Велес, Лада, Богородица и т.д.
так далее. Но, опять же таки, не просто их писать в дань, там, предположим, как бы можно это выразиться, ну, копировать, в общем-то, то, что написано, вот, о пантеоне наших богов, а именно прочувствовать их, что действительно они родные. Вот. И когда ты начинаешь чувствовать их и прочувствовать, то у тебя начинает получаться. То есть тебе дали добро. То есть тебе дали там свыше, вот, ну, да, можно, можно вот писать там Велеса, да, можно писать Перуна и так далее. Но именно вот через свое сознание пропустить, через свои чувства, только тогда только может получиться. И, в общем-то, когда задумываешь, то задумываешь ты, чтобы оно действительно было очень впечатляюще и красиво. И когда ты уже заканчиваешь работу, или этот труд, то действительно оно получилось, то есть свершилось. И такое выражение есть совершенство. Его почему-то всегда думают, что совершенство это что-то такое, ну, где-то не слишком незаурядное, такое где-то завышенное. А все очень просто. Если ты что-то задумал и совершил его, в общем-то, это и есть совершенство. То есть ты уже совершил его. Поэтому, ну, помимо богов, богинь, в общем-то, и еще интересно показать вот как раз вот нашу Солнечную систему, Мидгард-Землю. И тут вот недавно что-то искал вот в интернете и нашел на сайте вот Роднобожия, там есть раздел йога. Интересную статью про асуров. Я как-то читал Бхагавад-гиту. И почему-то, ну не только Бхагавад-гите, там еще в других, в общем-то, источниках книжных по индоарийской культуре, асуры почему-то выставляются демонами. Чего же не демоны? Когда вот при изучении славянской буквицы, гуницы, в общем-то, слово само, словообраз отвечает само за себя, если оно, конечно, не чаромутное. И получается, я написал асур, да, перевернул его назад, руса. И думаю, что же он демоном стал? Конечно, потом уже когда начал изучать все это дело, и тут получилось, что очень много тех преданий, которые мы оставили той же индоарийской культуре, то есть в Дравиде, та же самая и на севере, вот в скандинавских странах, это вот как раз скандинавская мифология стала. Раньше были предания, сказания, былины, а потом она перешла в раздел мифологии. Там тоже вот есть, ну, я не знаю, может, непреднамеренные искажения, может, преднамеренные искажения. То есть там при Один не совпадает с Тором, то есть сын там, ну, предположим, Один, Одина там сыновья, Тор там и так далее, но по некоторым источникам вообще-то совпадений нет. Дальше. И та же самая индоарийской культуре произошли тоже, в общем-то, подмены. Опять же таки, может преднамеренно, может не преднамеренно. Еще самое интересное, что в основном переводы шли англичан, француз и немцев по вот, Махабхарате, там еще другим источникам, Бхагавад-гите и так далее. А сам вот санскрит, в общем-то, его только могли понимать брамины, то есть каста, в общем-то, волхвов, там, жрецов или браминов, да, но каким образом санскрит мог вообще-то понять англичанин, француз или немец, вот, до сих пор непонятно. Или им переводили эти брамины на английский, немецкий или французский, ну, конечно, уже с искажением. Поэтому и получается, что асур, в общем-то, был искажение, в общем, допущено большое. Хотя в то же время, в той же индоарийской, там, по-моему, в Ригведе написано, что Вышний, да, Брама, то есть есть его дыхание, выдох и вдох, вот когда рождаются миры. И когда вновь рожденные миры, он заселяет их сущностями. И он их назвал асу, то есть изначальные. Вот. А так как с помощью света Ра, то есть изначального света, добавка шла еще и Ра, то есть асура, то есть это изначальный Ра, то есть как раз вот представители, которые, в общем-то, воплощали
замысел Брамы, материализуя те миры, которые, в общем-то, воплотил или родил Брама. И вот статья про вот именно асуров, то есть великанов, там, волотов, ну и, в общем-то, совсем недавно как раз вот Святогор вот, встречался с Ильей Муромцем, да, то есть это былина, то есть былина, которая действительно на самом деле это было, то есть не выдумка, не мифология, а именно реально. То есть получается, что сам асур, в общем-то, он был и асуром, да, и рос, конечно, гигантский, там, может, 30 метров, может, 20 метров и так далее. То есть они еще существовали, можно сказать, лет 200 назад. То есть иногда они приходили в этот мир. И вот как раз вот там есть статья интересная про вот этих асуров. То есть как создавался, вообще, как создавались миры, вот, как создавалась Солнечная система. И что самое интересное, что помимо вот нашего Ярила Солнца, или он назывался раньше там Сва, вот, было еще одно Солнце. То есть наша Солнечная система, возможно, да, то есть по этим преданиям, была двойной звездой. Ну, а когда уже пришла тьма, хотя ее никто не ожидал, и, в общем-то, асуры вместе там еще с другой, с другим родом, в общем-то, возрождали эту Солнечную систему. То есть делали ее как цветущим, ну, краем, вот на окраине нашей Сварги. Ну, а потом пришла тьма, которую, в общем-то, не знал никто, как с ней бороться и что. И получается, что как бы Раджа, это старший брат или отец младшего Ра Солнца, вот, был уничтожен. И потом, в общем, начались битвы, страшные битвы. Ну, там, в общем, если рисовать, но я так задумал пару картин, то, конечно, интересно и в то же время как бы это и ужасно, да. И потом постепенно, как бы, вот еще есть такое понятие, ну, не понятие, а это изучение вот всех этих материалов, это временной поток. То есть там указывается, если в Саян-Арийских ведах указывается, что, в общем, Дея была уничтожена 153 тысячи лет, то в том источнике указано, что Дея была уничтожена 5 миллионов. Ну, в принципе, время-то, может быть, не играет роли, когда это было. Ну, а у Олега Павличенко, вот, получается, что это вообще совсем недавно было, да, 16-й, 19 век. Сергей, ну, когда мы с Олегом общаемся и с другими исследователями, я настоятельно всегда прошу все-таки название небесных тел, которые падали, не так категорично называть. У нас был эфир, когда мы как раз это рассматривали, и мы сходимся к тому, что да, человек может называть любое тело, упавшее с неба или приблизившееся к земле, как угодно. Но при этом тело может иметь совершенно другое название в других мирах, оно может называться его создателем по-своему, людьми в разных частях земли оно тоже может называться по-своему. Поэтому это такая проблемка есть, когда все дают названия, те, которые известны. Но прямых доказательств может быть и не быть. Поэтому вот я настоятельно во всех эфирах рекомендую исследователям все-таки не так категорично говорить, что вот вчера упала, или там 3 года назад, или 300 лет назад, Луна вот такая-то. А еще тогда Луна вот такая-то. Потому что много возникает вопросов, которые потом вносят некий деструктив в наши ряды, и возникают много каких-то неприятных общений с точки зрения доказательства, а кто прав, кто не прав. Это так, поправочка, просто реплика с моей стороны. Ну да, это совершенно правильно. А я потом уже Олегу как-то и писал, что возможно, то есть, возможно, другие действительно что-то падало, да, падало, оно и видно, что падало. Но, возможно, это другие были объекты, то есть не обязательно, что это было. То есть у технократии или у темных миров достаточно средств и сил, в общем-то, создать и спутники наподобие, в общем-то, Месяца, Лели, Фаты, но это были уже другие объекты, совершенно другие объекты. Я вот склоняюсь к этому, в общем-то, больше. Почему? Потому что при создании, в общем-то, картин
любом случае хочется, как бы, чтобы оно было где-то ближе к реальности. Вот. Пускай это интуитивное такое, как бы, ну, вот ты чувствуешь, что это вот было, но доказать, конечно, невозможно. Фатта 2, Лилля 3. Да? Типа такого, да. Поэтому это, что касается по истокам Руси, в общем-то, приходится, надо делать, в общем-то, все изучать. И, да, очень много в интернете есть информации, и она практически как бы говорит об одном и том же, но очень много нестыковок, очень много, как бы, разногласий и так далее, хотя вроде все одно. И когда задумываешь картину, хочется, конечно, чтобы она, в общем-то, была, ну, где-то приблизительно близко вот, вот то, что было раньше. Вот как бы так. Вот. Поэтому приходится, да, много изучать, много сопоставлять. И мне, конечно, я вообще-то очень благодарен, что вот есть такое Народное славянское радио. Почему сначала я вроде как так, когда первый раз начал слушать, ну, как бы так, было, да, действительно, вот, честно признаюсь, было недоверие. Почему? Потому что всегда, я всегда осторожно подхожу к передачам, что вот, в литературе, к передачам, очень осторожно, пока я вот не почувствую, что вот это да. Это вот мое, действительно, в общем-то, мне будет интересно слушать, и, в общем-то, как бы не соратники. Почему? Потому что практически я как бы один в нашем регионе, у нас нет этого ничего. Когда начинаешь говорить о славяно-зарийской культуре или вообще о славянах, ну, даже вот своим друзьям там или кому-то, то, в общем-то, вызывает сначала недоумение, а потом где-то уже агрессию. Поэтому я как бы не трогаю это все и стараюсь, в общем-то, на эти темы не разговаривать. Хотя по истокам Руси я вот как раз сделал выставку в Измаиле, она прошла. Сергей, вопрос у меня. Скажи, пожалуйста, а в чем было изначально недоверие? Что тебя отталкивало? Почему ты так думал, оно, не оно? Слушать, не слушать? Ну, честно вот сказать, вот давайте так. Дело в том, что каждый литератур, ну, я так себе приучил, может быть. Вот если я читаю какую-то литературу, я должен ее осознать. Я должен ее почувствовать. А потом я уже начинаю, в общем-то, осознавать, да, это мое, и я уже все в ней. Потому что есть много сайтов, много, в общем-то, передач и так далее, которые вроде бы как бы да. Вот. А потом, ну, давайте далеко не будем ходить, вот есть сайт этот, как же она называется, то есть славянский сайт этот, Midgard.info, по-моему, да? Да, интересный был сайт, очень интересный, пока там не начались политики. Политики много, еще чего-то много, и он, в принципе, мне стал неинтересен. Вот. Так же самое и Крамола. Крамола в начале, когда она только начинала, да, очень много интересного было и познавательного, вот, в общем-то, по изысканиям, по, ну, можно сказать, по истории там и так далее. А потом уже, в общем-то, пошла политика. Политика там, еще что-то, и, в принципе, мне как-то уже неинтересно. А у вас чем мне интересно? То, что выступают, да, выступают очень много людей, очень много интересных, с разными миропониманиями, мировоззрением. И, в общем-то, разные по своим, в общем-то, деяниям, можно так сказать, да, вот. Кто-то из политики, Федоров у вас выступал, да, там, кто-то еще и так далее. И много-много интересного в плане в том, что есть, конечно, сказители, которые, в общем-то, я не понимаю, там, изначально начал мудренькать. А потом, да, действительно, подумал, а он, да, он говорит, ну, ты сам ищи, то есть ты сам ищи, изучай, вот. И бывает, что человек сначала не очень, а потом через какое-то время ты его начинаешь понимать, ты начинаешь осознавать, и, в общем-то, как бы все идет как надо, по плану, да. Поэтому вначале, да, вначале какая-то была осторожность. А потом все больше и больше, в общем-то, я начал слушать, особенно тебя, Алексей, именно вот, когда идут там вопросы, ответы, в общем-то, и очень много разумного высказано. То есть развитие-то идет как раз в том, когда есть какое-то единство, единение, ну, в смысле, не какое-то, оно есть, единство, единение, именно в мировоззрении и миропонимании, которое может, в общем-то, людей, ну, можно сказать, объединить в этом.
все-таки объединение это не так быстро и не так все просто. Это я, в общем-то, очень хорошо понимаю. Поэтому вот в этом только плане имеется в виду. Сначала было, да, как бы осторожно к этому вопросу подходил. Ну, а потом мне очень сильно понравилось, действительно, я там уже комментарии начал давать. Вот. И все больше и больше, в общем-то, интереса начал проявлять вот как раз вот в Народном славянском радио. Завербовали мы тебя, короче, да? Да. Нет, я почему говорю, потому что сам художник, ну как, художник, в принципе, художник, это не только там, живописец, да, и скульптор, он может быть, в смысле, не может быть, он и есть, это и писатель, да, это слово, вот. Потом музыкант, он подает образы через звуки, да, ноты, звуки, писатель подает образы через слово, вот. А уже художник, он передает образы именно в изображении. И все это все единство, то есть оно едино. То же самое и фото. Фотохудожники, фотографы, они тоже, вот, просто то, что в какой-то определенный момент все это было разделено на части, да, вот, специально, чтобы можно было управлять, в принципе, я так думал. И поэтому иногда получается, что вот некоторые, ну, может быть, большинство художников, может, нет, вот они отвергают фото. То есть, ну, это там типа, низшая ступень там, и так далее. Все это абсурд, это неправильно. Та же самая художник и литератор. Да, вот художник, он лучше показывает, он доступнее. Да нет. Все это в единстве, и нет понятия, что лучше, кто хуже. Вообще такого нет. Нет понятия, что такое хорошо и плохо. Вот. То есть, когда ты выходишь за вот это линейное понятие, уже ты как бы входишь в многомерие и многообразие, тебе, ну, как мне лично, это больше как бы, по душе и так далее. Поэтому много картин я делаю именно, ну, можно сказать, как энциклопедию. Почему? Потому что, чтобы не делать там их 10-20 работ. Вот. То есть в одной картине, в общем-то, я вмещаю то, что хотел выразить там в 6 картинах. Но, опять же таки, не все так просто с картинами. Почему? Потому что вроде как бы ты создал образ там, ну, предположим, тот же Велес, да, ты создал ему образ там, набросал графику там, рисунок сделал там и так далее. Но когда ты начинаешь, ну, и в голове тебя все, всякие композиции есть. Вот. Но когда ты начинаешь приступать к работе, особенно когда к графике, то есть такое впечатление, что ты находишься в печке там 1000 с чем-то градусов, сердце стучит, то есть, ну, как бы, ну, может, частота сильно повышается, если, предположим, там частота 7 Гц, да, то вот при начинании картины она возрастает до 50-200 Гц. Вот в такое состояние. Вот. То есть, как бы ты не волнуешься, и ты, короче, ты должен это очень красиво сделать. То есть, чтобы оно действительно было живое, чтобы там происходили действия. Ну, можно сказать, что вот, как бы, мои картины, да, это как кадр из фильма. Не статическое какое-то произведение. Вот именно там можно рассматривать подетально. То-то, то-то, то-то. Ну, зная, предположим, что, вернее, зная вот, там, по былинам, сказаниям или по славянской культуре. Если человек, в общем-то, не в курсе, я делаю аннотации. Пишу, в общем-то, как рассказ. Там то-то, 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 то-то. Вот. Поэтому, конечно, когда ты уже вошел в образ и уже в нем находишься, то получается, что ты как бы уходишь с этого мира. То есть физическое тело у тебя здесь, да, руки выполняют, то есть мозг, в общем-то, дал программу рукам, глазам и так далее. Они выполняют все. А самого тебя, в общем-то, не существует в этом мире. Ты уже вошел тот мир, который ты изображаешь на полотне, на холсте и так далее. В общем-то. Если там идут много работ, там, практически я начинаю там 2-3 работы по графике, а потом уже постепенно там в живописи не делаю, то когда ты идешь там за хлебом, там, в магазин, да, выходишь там со двора на улицу, то, честно говоря, где-то минут, наверное, 10-15 приходится приходить в состояние как бы, этой реальности. Вот тут такая еще бывает ситуация происходит.
И по истокам Руси, когда ты пишешь своих родных богов, там, богинь, или сказочных персонажей, там, былинных персонажей, то тебе хочется писать и писать. То есть ты даешь часть силы в этот образ, который ты пишешь или там, рисуешь на холсте, и этот же образ, эта сила обратно тебе идет. То есть ты получаешься в ладу с ней, ну или как по-современному сейчас, гармония. Вот. То есть эта сторона великолепна. И есть еще другая сторона медали. То есть получается, что свет и тьма практически, если честно говоря, они неотделимы. То есть они, в общем-то, дополняют друг друга. Если свет — это созидание, если это созидание, а тьма — это обновление. Но обновление не нового, а именно то, что уже устарело. То, что уже, в общем-то, умирает. Или, то есть, получается, обновление — это, в общем-то, смена мерности. То есть, получается, что один мир, старый мир разрушается, и, в общем-то, получается, на основе его идет новый мир. И так постоянно и бесконечно. То есть, как бы, этому конца и края вообще нет. Не может быть, наверное, вообще. Поэтому Юрий Гомонов, по-моему, да, он правильно сказал, что раньше, в те далекие, очень далекие времена, может, это было 2000, может, это было 3000 лет назад, то есть наши предки почитали как свет и тьму, как единое целое, не разделяя их на культы света и культы тьмы. Вот. Я с ним, честно говоря, согласен. Почему? Потому что когда уже переходишь на тематику, там, например, «Ночь Сварога», вот ее обязательно надо было показывать, потому что если ты только будешь показывать свет, ну это хорошо, это великолепно и так далее. Но существует в любом случае тьма. То есть получается, что да, для меня и для нас есть, да, Лада матушка, Свара батюшка и так далее, но помимо этого есть еще и Мара, но она тоже матушка. Есть Чернобог, он тоже батюшка. Вот. Поэтому и почитали и светлых, и, в общем-то, темных. И получается, что «Ночь Сварога» в любом случае, как бы, вот эту тьму надо было показать. И вот это самый был трудный момент. Трудный момент, почему? Потому что, ну, эта тематика для меня, конечно, честно говоря, трудновато и сложно было. Сложно именно войти в эти образы. А там образы не очень-то и хорошие, то есть бывают и жуткие, эти войны, эти разрушения и так далее. Ну, а уже набрался сил и, в общем-то, посвятил и этому. То есть истокам Руси и как раз вот «Ночи Сварога». Ну, по «Ночи Сварога» работ немного, в общем-то, они касаются, как можно сказать, далекие времена, вот, ну, даже вот этих вот 200, там, 600 лет, я работу сделал в гибель Аси. Вот, и когда я ее делал, конечно, там очень много образов красивых, и тогда ты знаешь прекрасно, что они, в общем-то, все уничтожатся. И когда вот это все переживаешь, то как-то не очень, ну, как бы не по себе все это становится. Ну, вот, в общем-то, необходимо это сделать. И как бы где-то отстраняешься, и, в общем-то, выполняешь вот это. Ну, опять же таки, чтобы это было для сравнения, не сравнения, а сопоставления, что вот есть, да, были такие, такой мир был, такой период, и, в общем-то, есть другой период. И я склоняюсь тоже к мнению тому, что когда культура, да, перерастает уже в цивилизацию, то есть идет на деградацию, то есть она обновляется или обнуляется, да, то приходит уже, в общем-то, экзаменатор, да, вот, прорывается в эту солнечную систему, и тут уже начинается по полной программе идти под бутыльники, и, в общем-то, происходит то, что и происходило. Вот, и происходило это и Атлантида та же, или Атлант 13 тысяч лет назад.
Вот это первая гражданская война такая всемирная. Вот. И как раз вот там же Махабхарата, вот, правда, там с временным потоком непонятно, или было 5000 лет назад, или 3000, или 2000 лет. И опять же таки, вот 7526 лет назад тоже была какая-то сильная битва. Да, по ведической культуре, то есть у славян аистским ведам, получается, что это была битва асуров с аримами, да? Но тут получается с асурами ясно. А вот аримы, аримы получается, ну, пишется, что это вот как бы, там, предки китайцев, ну, нынешних или чайцев и так далее. Но есть другие источники, в которых, в общем-то, есть такое как бы предположение, что была, в общем-то, союз заключен между асурами и драконом, в общем-то, то есть не повергался этот дракон. Они просто вместе мир заключили против какой-то другой, третьей силы, очень мощной силы. И была очень сильная битва. Она была, в общем-то, как на суше, так и, в общем-то, на орбите или в космосе, ну, за пределами Земли. И когда была, в общем-то, победа, и, в принципе, с этого момента как раз и началось летоисчисление, вот, 7000, ну, по-нашему сейчас 7526 лет. А происходило это, значит, от Великой Стужи 13, в общем, через 5000 лет как раз вот эта битва и состоялась, после Великой Стужи. Ну, а у нас уже получается 7526 лет. Вот такое есть, в общем-то, предположение. То есть не обязательно это была битва именно вот современными китайцами или чинайцами, вот, а именно был заключен договор с ими, как бы, с их пращурами, которые были в союзе с созидательными силами. Ну, их в древности их называли бомба или ломба, то есть это часть из них пришла из созвездия там, черепахи или чертога черепахи, часть пришла из созвездия дракона. Да, они были, в общем-то, это рептилоидами, но рептилоидами не разрушение, а именно созидание. В принципе, где-то может быть, да, почему да, потому что у нас на Земле есть как и хищные, да, ну, кусачие вот эти кобры там, всякие вот ядовитые, да, а есть и полосы уж, они безобидные, в общем, даже и пользу приносят водоемов и так далее. Я думаю, почему бы не может быть. Возможно и так. Вот. И получается с Махабхаратой тоже как-то да, действительно была битва, страшная битва. Применялись такие виды оружия, что в общем-то нам и не снилось. Да, и мы вообще как бы далеки. Да. И как раз потом, после этого, наверное, скорее всего, после этой Махабхараты уже началось, наверное, образовываться, как мы сейчас называем, Тартария. Ну, раньше она называлась Скифия или Скития, вот, до этого там была Рассения. Конечно, все это надо изучать, воспринимать и так далее. Ну, и третий цикл. Это как раз царство природы, состояние души. То есть это вот как раз показать то, что осталось в природе. То есть вот на данный момент наша природа, она живая. Она такой же самый организм, как и мы, только в другой форме. И те же вот растительный мир, животный мир, у них свой мир. И такой же мир, в общем, как и у нас. То есть те же там, ну как я люблю иногда рыбалку, на рыбалку езжу и наблюдаю за водоемами, их обитателями, те же там цапли, уточки там, и так далее. И так иногда так представляешь, что они между собой разговаривают, там что-то говорят там, и так далее. И иногда это все изображаешь в работах, показываешь. Ну, в общем, то, что я хотел сказать по художественной части. И вот именно по вот этим образам. Ну, и самое главное, в общем-то, для чего это все делается? Как раз вот делается для того, чтобы действительно показать, кто наши были предки, да, кто наши были отцы, деды,
кто наши вообще, кто, что такое боги светлых миров, потом так же само и те же боги там темных миров, ну, их называют демонами, там, и так далее, и тому подобное. И когда это все показываешь и рассказываешь, конечно, не все воспринимают, это ясно, но хотя бы вот 2-3 человека, может 5 человек, может 10 человек, да, они уже начинают воспринимать, они начинают там спрашивать вот, именно книгах, литературе, сайтах и так далее. И все это, в общем-то, пишешь, вот, или даешь буклетики, в которых все это написано, и люди, в общем-то, начинают потихонечку вот, изучать и тем более развиваться. То есть художественное или образное, в общем-то, ну, художник, в общем-то, не последнюю роль играет в этом обществе, да, то есть он может, в общем-то, показать, рассказать и быть проводником именно вот или мир света, да, или мир тьмы, вот здесь тоже такое может тоже быть. Поэтому я как бы объединил и мир созидательных сил, и, в общем-то, мир разрушения или мир обновления, чтобы, в общем-то, понимать их не в разрозненном состоянии, а именно, как бы, в единстве, только у них разные, в общем-то, качества и разные цели. И цель, даже у темных цель, не уничтожать без, в общем-то, без причины. То есть всегда причина есть. И получается, что причина, когда культура становится уже цивилизацией, да, уже деградирует, размагается, то, в общем-то, приходится ее восстанавливать. Сначала революции устраиваются там таким каким-то там образом. Потом уже идут такие серьезные войны и так далее. Поэтому вот эти вот катаклизмы 16 и, в общем-то, 19 веков, вот, скорее всего, наверное, и, ну, мое такое мнение или предположение, как раз и было обновление или обнуление, в общем-то, тех культур, которые, в общем-то, превратились в цивилизации. Вот что ждет нас, вот тут-то вот интересный вопрос. Да. Ну, а в любом случае, грядущего не изменить, оно вот было, есть и будет. То есть постоянно идут периоды там золотого века, да, серебряного, там, медного, железного. И так вот повторяется, в общем-то, без конца и без края. Вот. Но у нас, в общем-то, есть шанс, в общем-то, внутри себя поменять себя, то есть не быть наличником. Моя хата в крае, я ничего не знаю, а именно знаешь, умеешь, дай другому. То есть есть такой лозунг, да, живи сам и дай другому. Вот. В общем, чем я и занимаюсь. Ну, именно вот то, что вот как бы мой дар или предназначение, как раз вот изображать и показывать. Вот это предназначение, в общем-то, я исполняю. Вот. Конечно, сейчас вот остается 15 где-то работ делать по истокам Руси и где-то около 8 работ по Ночи Сварога. И, в общем-то, этот цикл будет закончен. И, конечно, хотелось бы, в общем-то, показать эту всю выставку полностью. Или по частям, или, в общем-то, вместе все. Ну, к большому сожалению, конечно, на у славянской тематики, в общем-то, мало заинтересованных, ну, можно сказать, меценатов, или как там сейчас выразиться, ну, их-то и нет, может, есть, вот, которые, в общем, могли бы вот продвигать эти выставки, показывать и так далее. И самая главная цель вот моих этих работ, чтобы они, в общем-то, не только были в частных коллекциях, а чтобы она, большая часть, в общем-то, была в музеях, там, галереях, чтобы народ смотрел. Собственно, и творчество и предназначено для этого. Для того, чтобы народ видел, понимал, осознавал и так далее. То есть кто-то это воспримет
общем-то, положительно, кто-то отрицательно, неважно. Важно, что ты уже что-то донес. Именно донес через свое сознание, вот, именно для того, чтобы человек, в общем-то, проснулся, начал осознавать, в общем, где он находится, кто он такой есть, и, в общем-то, почему пришел сюда. Вот, в принципе... Как бы так. Вот пока ты рассказывал, я знаешь, что делал? У нас же видеотрансляция идет, помимо всего. Я залез на твою страницу ВК, нашел там твои фотографии, нашел твои картины, и скачал, и поставил их, вот, листаю. И люди смотрят твои картины и пишут комментарии по ним. Также я несколько фотографий скачал, где была у тебя выставка, судя по всему, 2013 год. Где-то такой в черном костюме. Что-то рассказываешь тетенькам и дяденькам, которые собрались посмотреть твое творчество. Так что время зря не теряли, пока ты рассказывал. Мы тебя слушали еще, смотрели внимательно. Благодарствую вам. Так что все хорошо. Ну что ж, я думаю, что пришло время нам переходить ко второй части нашей беседы. Это разговор с нашими слушателями и зрителями. И после небольшой отбивочки мы перейдем как раз к этому самому действию. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 января 2018 года среда, по одному из старинных 38-й день месяца белого сияния покоя мира, 7526-го лета неделя. Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Ну и автор, естественно, с нами Сергей Николаевич Сухинин. Вот послушали мы тебя. Очень все интересно рассказывал, словно на лекцию сходили. Очень мне нравится, когда автор-сказитель приходит, ты отключаешь микрофон и наслаждаешься не общением, а вот именно слушаешь и дышишь тем, что говорит человек, дышишь теми мыслями, впитываешь их, которые человек изливает. Вот ты сегодня прям одарил, надеюсь, не только меня, но и всех наших слушателей своими такими повествованиями. Я когда листал твою ВК-страницу, то помимо картин огромное количество фотографий. Судя по всему, у тебя вот три пристрастия основных. Это писание картин, это рыбалка и это фотография. Я угадал? Да, совершенно верно. Дело в том, что насчет фотографии. Я очень сильно увлекаюсь фотографией. Она мне очень помогает. Почему помогает? Потому что, сейчас я объясню. Дело в том, что когда ты только учишься, да, ты ходишь на этюды. То есть пишешь природу сна Тулы. Вот. То есть это и маслом, и акварелью, там, гендерой. И как раз ты учишься. То есть когда ты прошел этот период обучения, то есть он закрепился, все. Вот, то когда ты уже потом уже приходишь на природу, ты сначала изучаешь ее. То есть это, присматриваешься к ней. И, в общем-то, ты входишь в эту среду. И когда ты в эту среду вошел, то есть тебе дали разрешение быть в этой среде. И только тогда ты только начинаешь, в общем-то, изображать, ну, или писать эту природу. Ну, а я люблю ее писать сказочно. Почему? Потому что я вижу ее так. Потому что многие на пленерах пишут, вот как она есть. То есть это одно и то же, что, в общем-то, ты срисовываешь, ну, как бы копируешь. Я не хочу копировать, я должен почувствовать, я должен увидеть и потом только изображать. Поэтому я, тетник, вообще-то, не беру, а беру акварель и бумагу. И мне самое главное – это запечатлеть состояние. То есть, что важно? Важно, как бы, в картинах – это именно состояние. То есть, передать вечер, утро, там, восход, закат, состояние, ну, в смысле, сезон, зима, лето, весна и так далее. Вот если это ты прочувствовал, это передал, это уже будет совершенно. Поэтому и как раз вот я вот вошел там, фотоклуб у нас образовался, фотопанорама 360. И как раз вот я в двух международных семинарах, фотосеминарах участвовал, получил дипломы. Ну,
третье место, то там не важно, какое место. Важно, что ты участвуешь. И очень много людей, ну, а у нас это проводится в Арцизе, это, в общем-то, когда это было до того, как произошел Майдан, то очень много приезжало с России. То есть это была Москва, Псков, Ярославль. То есть людей очень много было. Ну, помимо этого еще там в Германии, там, в Америке приезжали люди, но именно русскоязычные. И мне понравилось очень. И вот последний вот Буджак, это вот, в этом году был, вот тоже принимал участие. То есть я как бы вот развиваюсь и в этом направлении, и в этом направлении. Вот, и изучаю всего. Потому что если не будешь изучать, то развития не будет. Поэтому в любом случае надо изучать. Хотя вроде как бы казалось там 50 чем-то лет, да, но я такое чувство, что мне не 50 чем-то лет, может, это телу. У меня такое чувство, что мне где-то лет там, не знаю, там 16-17. То есть я только начинаю познавать себя, мир и так далее. Ну, человек проснулся и посмотрел, что что-то не так вот. Вообще, вокруг него что-то не то. Он начинает понимать, а что такое, причину ищет, вот я причину ищу. Вот смотрю твои картины, и ты упомянул Константина Васильева, я так чувствую, что все-таки не просто он оказал влияние, он оказал громаднейшее влияние на твое творчество, потому что вот видно прям какие-то элементы ты просто схватил из его картины, они настолько в тебя глубоко вошли, что ты просто своих картин их вставляешь. Естественно, свой стиль, они несколько отличаются от Константина Васильева, твой стиль, ваши стили отличаются, но прям элементы ты решил прям взять. Вот видно, как ты, с каким почтением ты к этому мастеру относишься. Да, совершенно верно. У него, в общем-то, получится многому чего можно. Но, опять же таки, здесь самое главное, художник, в общем-то, он для того и существует, чтобы он передавал свой опыт. То есть, неважно, это будет посредственно, или это будет через визуально, или через там, репродукции и так далее. И ты учишься, в общем-то, воспринимаешь этот мир и так далее. А с другой стороны, копировать, в общем-то, как бы нежелательно. Почему? Потому что надо свое высказывать, свой стиль, свое мировоззрение, но на основе, в общем-то, вот, выбранного тобой, предположим, творческого деятеля. Ну, Константин Васильев, он вообще очень много дал. То есть он целое направление дал, вот, в этом течении по вот славянской культуре. Ну и получается, что я как-то когда первый раз начал делать, у меня первая работа была, назывался он «Северный страж». Вот. Как раз вот там как раз элементы задействованы, ну не элементы, а сама техника, как он это самое. Ну, конечно, я по-своему ее сделал, потому что там у него все это идет как бы искусно, филигранно. Вот. И вот получилось, очень хорошо получилось. И как раз позапрошлом году делалась выставка в Москве, выставлял музей Константина Васильева, то есть Доронин был организатором. Вот, должна была быть выставка этих, как бы конкурс, но не получилось что-то так. Ну, в общем-то, я послал 3 работы. Вот. И 2 работы я подарил, в общем-то, музею. Но я не знаю, правда, выставили ли их, нет, как раз вот это «Северный страж». Вот. Почему? Потому что он как раз вот ближе к Константину Васильеву, и, в принципе, это дар музею, как бы почтение этому художнику, не как бы, а почтение этому художнику за его, в общем-то, дар и отношение как раз вот к нашей родной культуре. Да, да, очень красиво, очень хорошо, и главное, не просто красиво, а еще и заложено много символики, очень много символов, знаков наших. Прям глаз постоянно на что-то натыкается. Ну что ж, и давай посмотрим, какие вопросы к нам пришли во время того, как ты что-то здесь нам рассказывал. Вот, во-первых, «Елка-иголка» пишет, реплика в эфир. «Привет, земляк!» Надеюсь, догадываешься от кого? От Юли Стояновой. Дальше. Вопрос в эфир от Светланы. «Сергей, здравствуй. Расскажи о звездной книге Коляды. Ты ее рисовал в какой-то из картин. Почему ты нарисовал именно так? Откуда к тебе пришел и этот образ? Благодарю». Ну, этот образ пришел, в принципе, не знаю, может быть,
где-то когда-то его видел. Вот. Ну, не в этой жизни, может быть. Почему? Потому что многие образы приходят не из этого мира. То есть ты же в любом случае черпаешь информацию не только с литературы, которую читаешь, там, с интернета, там, или еще откуда-то, а именно вот приходят образы даже не во сне, а вот они сами по себе приходят. И приходят именно образные картинки там и так далее, только ты их потом начинаешь как бы перерабатывать или осознавать и так далее. А звездная книга Коляды, в общем-то, вот была у Асова, я как-то, ну, там, в принципе, немного чего было. Вот. А где-то я уже не помню, где-то я про нее читал, про звездную книгу Коляды, что там, в общем-то, описано о самом мироздании, как все начиналось, то есть как оно зарождалось. Вот. И, ну, и я решил, в общем-то, эту как бы, книгу, ну, на самом деле она-то и, собственно, как не книга. Если мы в нашем как бы, современном понятии, то это какой-то ну, проектор там, миниатюрный, ну как типа ноутбука там, или как вот, можно так выразиться. Вот. Поэтому многие раньше книги, вот это и Видогор, Алексей Трехлебов говорил, что были книги образные, то есть образно именно вот ты представил образ. Ну, страница вроде пустая. Ты представил образ или там символ какой-то. И перед тобой возникают картины, которые ты хотел увидеть, то есть как в голограмме. И ты их видишь. Вот, в принципе, «Звездная книга Коляды» — это и есть, скорее всего, вот такая книга. То есть надо представить, что ты хотел. И перед твоим мыслеобразом возникает вот именно картины или там какие-то действия. Именно, ну, не обязательно этого нашего мира, не обязательно настоящего. Может, это было прошедшее, может быть, было будущего. В общем-то, вот в таком плане «Звездная книга Коляды». То есть она... ординарная, а она многомерная, то есть имеет очень много мерностей, но как бы надо, ну, то есть владели или читать ее могли именно те, кто был в общем-то совершенен в этом деле, посвящен и, в общем-то, потом мог передавать людям, доносить до них их понимание, в их миропонимание. Так же самое, как и славяно-рийские веды, вот те же санти... Храти Света, Санти-Виды Перуна и так далее. Когда дроны дали, в общем-то, Александру Синевичу, чтобы он их, в общем-то, перевел на наш современный язык и наше понимание. Хотя и до этого в 40-х годах уже было переведено, там, по-моему, в 40-х, да, Сталин по библиотекам они были. То есть они не пошли в общую как бы, культуру или знания, а именно были вот таком. То есть вот так я могу ответить. Вот у тебя в некоторых картинах настолько много мелких деталей, настолько много чего интересного, что прям хоть устраивай с детьми такие игры. Сколько лиц на деревьях вы видите? В деревьях. Там, где девушки с крыльями, мужчина на крылатом коне или крылатый мужчина. И там деревья. А, да, там дриады. Дриады идут. Там, да. Деревья сами, они живые. То есть они там нарисованы, там какой-то дедушка там в виде ивы. Да, 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 да. Потом дриады сидят, потом там какой-то юноша на коне, там, ну и сами эти вот храмы. Вот. Хотя они вроде как бы ближе к индуизму, да, но на самом деле, в общем-то, не существует индуистской культуры там, или исламской культуры, архитектуры и так далее. Она вся, в общем-то, славяно-арийская культура. Или культура, или архитектура, вернее, тех же асуров изначальных. Кстати, изначальные асу или асуры, в общем-то, это и есть, в общем-то, наши Лада-матушка, Сварах-батюшка, Велес и так далее. Чтобы это были высшие сущности, высшего порядка и так далее. Хотя есть и служебные духи. А служебные духи, они в любом случае и... есть, их чувствуешь, и, ну, правда, не видишь, но чувствуешь. И есть еще покровители. И покровители – это уже серьезно, то есть это не выдумка и так далее. Почему? Потому что я как-то прослеживал, ну, как свою
жизнь, да. Хотя она, я очень благодарен судьбе, благодарен карме и богам, которые воплотили меня здесь для дальнейшего обучения и развития. То есть, это, наверное, в другой жизни я не очень хорошо рисовал, а в этой жизни я должен добить это, да? То есть, дойти до совершенства. Ну и получается. Поэтому те боги-охранители, в общем-то, они действительно охраняли. Охраняли очень, потому что были такие моменты в жизни, что ну, можно было бы там раз 5-6 уже давно уйти с этого света. Но не давали. То есть предупреждали, там, ограждали и так далее и тому подобное. То есть именно напрямую. То есть это я четко осознаю. Поэтому для чего-то я нужен. И когда я понял, для чего, в общем-то, я и посвятил своему занятию или роду деятельности. Да, некоторые картины рассматриваешь, прям запечатлено движение. Вот огненная стена идет, бегут звери, в них стреляют некие такие товарищи на конях с определенной символикой определенных иных народов, за ними какие-то там демоны. Прям движение изображено и гибель какая-то. Не страшно такие картины рисовать-то? Это гибель Асии, по-моему, да? Там вот девочка сидит с олененком или это самое. Да, так вот она, конечно, когда я начал делать, ну, в общем-то, подходить к этой работе, ну, я, то есть по частям, ну, как бы отдельные картины делать, это долго, а когда ты в одно это собираешь, ну, именно здесь надо соблюдать композицию, то есть построение. Если ты построение сделаешь, оно смотрится как единое целое, и в то же время с этого единого целого идут, как бы, фрагменты или многомерности разные, то есть их можно по-разному, в разных, в общем-то, интерпретациях и смотреть. Вот, там как раз вот и показано вот это, ну, можно сказать, что это и 16 век, и, в общем-то, и 19, когда ушла уже зачистка. И получается, там девочка, она, видать, за грибами пошла. Вот. Но внезапно случился вот этот удар термоядерный и так далее. И вот как раз в бешенстве, ну, все спасаются. Звери, там, волки, там. Есть даже динозавры там. Слоны есть, которые, в общем-то, на территории Тартарии были, не существовали на самом деле, и так далее. И она как раз обняла этого олененка. То есть, хотя вот она не в страхе, у нее там страха нет, у нее нет паники, ничего. У нее только есть это защитить слабее себя. И вот она его обняла, и, в общем, там доли секунды остаются, когда ее уже не ждать. То есть, там все уже испарится. Да, но у тебя картин с огнем, где стена картин, стена огня несколько. И здесь у тебя вот космические есть, и там якобы хазары, где тоже они стреляют, убивают. В общем, таких картин-то апокалиптических, как бы сейчас сказали, достаточно большое количество. Это как раз ночь сварога идет. То есть, как бы побыстрее ее сделать, чтобы потом на ней не останавливаться, а уже перейти на истоки Руси и уже делать как бы основательно. А ночь сварога, как бы закрыть эту тему. Почему? Потому что она сильно действует. Действует. Почему? Ты же все-таки берешь как бы знания или вот эти все действия, то у светлых ты не берешь, ты берешь вот тьмы. А платить-то им надо. И платишь вот частично своей силой. Вот. Потом, конечно, начинаешь как бы приходить в себя. И стараешься, в общем-то, их не делать как бы много, потому что много их не надо. Там больше по истокам Руси будут, чем по вот этому. Ну, а еще по ночи сварога, там есть еще работы. В общем-то, они тоже рассматриваются, как бы, где-то можно, ну, как бы можно сказать, тоже неадекватно. То есть в работе можно сказать, что и есть и положительное, и отрицательное. И, в общем-то, все вместе, как многомерность. Там вот есть. Ну, может, найдете, потом найдешь работа «Зазеркалье». Ой, «Зазеркальная реальность». Там она вообще, ой-ой-ой. Вот. Или есть еще «Кощеево племя». Там она тоже очень ужасная. Ужасная в том плане, что... Ну, все это, конечно, было. То есть это уже прошедший вариант. И главное, чтобы его больше не допускать, этих вариантов. Чтобы уже так вот показать, что ну хватит уже наступать на грабли там много-много раз. Вот так вот. Давай еще вопросики почитаем. Анжела Шемшур, вопрос. Ваши картины в CNM в интернете, как посмотреть? Ну, в интернет, если вот в Google зайти, чтобы все просмотреть,
В Гугле вы набираете в поисковике Сергей Сухинин художник. Вот если вы набрали, нажимаете, то вам выходит все. Там Facebook, Контакт, потом сайты, где размещены картины. Там все есть. Все абсолютно. Именно вся информация вот по мне. Но я не нашел полного перечня у тебя в ВК на твоей личной странице. Вот только некоторые картины. Там больше у тебя все-таки фотографий, а твоих картин не так много. А сколько у тебя вообще картин? Ну, сейчас получается 50. Именно по вот истокам Руси и по ночи с Варагом. Как раз вот 50. А надо как раз еще вот 15 работ сделать по истокам Руси и этот как бы цикл закончить. И там где-то, не знаю, там может 4 работы, может 5 именно по ночи с Варага. И, в общем-то, а сам весь цикл называется «Наследие богов». Я смотрю, много у тебя женщин красивых изображено, причем так в оголенном виде. Скажи, пожалуйста, это девушки, которые реально с тобой живут с такими красивыми лицами, или это все-таки фантазии художника? Не-не, это образы. Здесь, ну, во-первых, если реально с натуры, ну, с натуры сейчас вообще не пишет этот раз, это же надо фотографировать. Ну, а кто с обнаженкой, это очень тяжело. Во-первых, этот образ очень тяжело найти. И кто тебе будет позировать? Да никто. Это может раньше когда-то там позировали. Поэтому ты берешь, в общем-то, образ. Вот образ вошел в голову, да, ты его начинаешь уже, ну, анатомию-то знаю, да, то есть мужчины, женщины и так далее. И начинаешь потихонечку в графике это делать. Да, это процесс не быстрый, долго, но, в общем-то, получается. Но что самое интересное, что ты делаешь как бы ну, воображаемые там, те же девушки, там, богини или не богини, там, и так далее. А мозг вырабатывает то, что ты когда-то видел. И получается, что они на кого-то похожи, все равно, в любом случае. Да, и по поводу вот обнаженной фигуры, дело в том, что ее тоже, как бы, пишешь по месту, то есть, нужна она там или не нужна. Поэтому есть, ну, как бы к обнаженке вообще относится, ну, у нас сейчас вообще вот с этим, как он называется, не с эстетикой, а с нравственностью не очень-то, да? И мы почему-то, когда смотрим на, ну, мужчин голых, ну, обнаженных не рисуют, в основном женщин, девушек, и у нас почему-то у большинства возникает не чувство красоты тела и души, вернее, души через тело, а получается похоть почему-то, вот, ну, так вот оно получается, что человек, ух, красивая баба, да, или еще что-то, и так далее. Как заточили людей, так, в общем-то, и люди воспринимают. Да, ну, а надо вот, надо как-то вот это разблокировать, чтобы показать, вот, есть у нее душа, да, вот душа как раз, она светлая, красивая, вот она как раз и формирует это тело. То есть, какая душа, такое тело, да? Ну, в здоровом теле здоровый дух, да, или в здоровом духе тело красивое. Хорошо, еще вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Сергей. Если в былые времена опаление бороды на Руси и не только считалось сильнейшим оскорблением, и за это начинались войны, то означает ли это, что за опаление бороды одного мудреца, старейшины, можно было развязать резню, а в современное время и ядерную войну? Здравомысленно ли это? Что это, по твоему мнению, действительно обычай наших предков или новодел? И как ты относишься к мнению, что обладающий растительностью на подбородке имеет более развитый умственный и нравственный потенциал, усиленную связь с предками, или все-таки борода голове не замена? Благодарю. Намек в мою, что ли, сторону? Дело в том, что, да, борода действительно, борода – это богатство рода. Это совершенно верно. Но тут она должна быть, то есть у каждого мужчины она, в общем-то, это вообще отличительная черта антропологического, да, есть женщина, есть мужчина, да, мужчина в чине и женщина в чине, да, и волос тоже, волос очень громадный, то есть он, в общем-то, это антенна, приемник, и что интересно, что волос раньше, я вот тоже, ну, не в детстве, у меня все время стригли. Да я думаю, ну что же, я баран, что меня все время стригут. Вот. То под бокс, то полубокс, то еще. Ну, то есть нам ввели вот эту вот
когда с нас превратили, ну, может, это грубо будет сказано, в стадное общество, то есть нас стригут постоянно. То есть, а внутри, в душе, чувствуется, что у тебя должен быть волос, пускай там не сильно длинный, вот, но он обязан быть. И обязана быть борода, пускай там не длинная, там, ну, короткая там, и так далее, и тому подобное. Но она должна быть. Но вот это время, когда, ну, в основном я так считаю, что это вот, хотя Советский Союз великолепный был, все великолепно, но некоторые моменты были не очень. Потому что если у тебя длинный волос, или ты запустил там бороду, но в основном длинный волос, да, то тебя на работу, в общем-то, неохотно принимали, или принимали, или давай иди, посвяти, чтобы ты на человека был похож. То есть если ты, у тебя не длинный волос, и в общем-то, борода, то ты, в общем-то, не человек, получается. То есть иди, вот, чтобы ты человеком был. Поэтому борода как бы должна быть, почему бы и нет. Вот. Но, опять же таки, все зависит, в общем-то, не только от волоса и от бороды. Все зависит от внутреннего состояния самого человека, сущности, людины. Вот. Что он собой представляет, и что он собой несет, что он собой выражает. Вот это самое главное. Даже при том, что нас заставляли там стричься, бороды не носить там и так далее. Ну, кто-то бороды носил, но всегда короткая стрижка была. Но тем не менее, если у человека есть, ну, можно сказать, совесть, да, совместная вещь, то есть то, что тебе передавалось по наследству, вот, и ты это реализуешь в этой жизни, ну, в общем-то, как можешь реализовать, так и реализуешь. Поэтому, в принципе, борода, в общем-то, она играет роль. Но, опять же таки, не в каждой среде или социуме, да, вот, и так далее. То есть, да, это хорошо, если есть община. Если есть община, и все в одном миропонимании, в одном, как бы, ну, в единстве, да. Единственное, что, да, вот, есть единственное различие, то есть, единственное миропонимание, мировоззрение, а различия именно по качествам. Кто-то там ремесленник, кто-то управитель, кто-то купец, кто-то, в общем-то, волк или жрец и так далее. Там действительно, да, там ты уже придерживаешься устоев, там ты придерживаешься, в общем-то, этой среде, вот этого общества или общины и так далее. И все идет нормально, и жизнь прекрасна и так далее. Но если ты не в этой общине, и у тебя нет соратников и так далее, то тебе приходится, в общем-то, и без бороды ходить, и с короткой стрижкой. Вот так. Понятно. Давай еще посмотрим, какие вопросы к нам пришли. Стеша У. Так подписывается она. Вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, сколько уходит времени у вас на написание одной картины? Спасибо. Да, это вопрос интересный. Почему? Потому что все зависит от размера работы. То есть, ну, чтобы передать вот все это, надо, конечно, выбирать в основном, как бы, большие работы, ну, как бы, большие размеры. Ну, у меня, в общем-то, мастерская не сильно большая, поэтому размер до 2 метров, ну, максимум до 3 метров я еще выдержать могу. То есть, можно вынести эту работу или писать. А так получается где-то 150 на 100 или на 85. 90 на 65, вот. А они, эти размеры, в общем-то, средние для выставок, ну, в общем-то, как для выставочных залов, то есть можно смотреть их издалека и сблизины. А в зависимости еще от композиции, то есть что ты, вот какие, если там наворотов много, да, то есть ты хочешь много что-то сказать, вот, тогда вот на одну графику то выходит месяц-два, только на один рисунок, потому что рисунок я досконально делаю. А потом уже прокладку делаю, подкладку акриловую или там акварель, а потом уже начинаю писать маслом. Раньше я писал акрилом, но от него отказался. Почему? Потому что, в общем-то, он не живой. Он больше такой химический, искусственный и так далее. И я перешел на масло, оно, в общем-то, живое и природное. А так уходит, бывает, что и год на одну работу уходит. А бывает такое, что здесь в зависимости еще как оно пришло, да, вот пришло сверху, да, то есть
ты как антенна принял это все, да, переработал, через тебя оно прошло, и ты можешь, в общем-то, за один год сделать там 3 до 4 работ максимум, все. А еще зависит, в общем-то, и от средств. То есть, если есть еще средства на это. То есть, помимо того, что я эти работы делаю как творческие, то есть, которые от души, но мне там еще надо за счет жить, да, тело содержать. Ну, а помимо тела у меня есть еще и жена, дети и так далее. Хотя уже как бы взрослый, но все равно я что-то должен приносить в семью. Да. И поэтому приходится, ну, в общем-то, это нормально. И если есть заказы, конечно, на портреты. Портреты я тоже пишу хорошо. И пейзаж. То есть это как бы хлебные такие работы. Да, оно получается большая редкость. Вот, но цены, в общем-то, нормальные. То есть если одну работу ты реализовал, то можно, в общем-то, прожить там месяц, два, три и так далее. А так вот, в принципе, выходит на творческие работы, очень много времени уходит. Поэтому иногда бывает, что вот, конечно, это очень большая, громадная благодарность жене, то есть семье, что она терпит это все, ну, как вот это творчество, да. Хотя вроде как бы она не в этой системе, то есть она не в этом, но в любом случае она поддерживает. То есть поддерживает материально. Ну, и тут как бы много есть нюансов, которые и тормозят, в общем-то, очень сильно тормозят вот именно вот этой части творчества. Это как раз вот эти средства. Понятно, идем дальше. Светлана тебе пишет: «Сергей, на одной из картин у тебя изображен ягуар. Как и почему он там оказался? Как ты думаешь, откуда, например, у ацтеков появилось это слово «ягуар»? У них даже есть воины-ягуары. Быть может, это слово принесли им белые боги? Ведь оно состоит из двух слов «яга» и «арий». То есть «арий», владеющий ягой и силой. Благодарю». Ну, совершенно верно, да. Да. А задумка этой картины произошла... Почему я как-то увлекся Эриком фон Дикеном? Вот. А у него как раз вот этот палеоконтакт. И он как раз вот... это ему... Как бы долина или долина... Маку Пикчу, что такое. Я уже так не помню. Вот. В общем-то, на высоте там 4000 метров, да, над уровнем моря, вот стоял город. Ну, там уже остались от него только развалины и так далее. Ну, я когда посмотрел на фотографии этого города, а у него там геометрия, в общем-то, совершенная. То есть он был не предназначен для жизни, предположим, там, сельскохозяйственной, там, или там, еще производства чего-то и так далее. В основном селились возле рек, там, долинах, низовьях для хозяйственной деятельности. То есть этот город был не предназначен для хозяйственной деятельности. То есть это, скорее всего, была какая-то станция, научная станция или обсерватория, и плюс оттуда стартовали, в общем-то, айтманы, вот. Ну, то есть летательные аппараты. А почему ягуар? Потому что ягуар, он очень быстрый, то есть есть даже у тех же там ацтеков, майя, там, рельефы, где тело человеческое, а голова ягуара. И вот он сидит там в каком-то аппарате и так далее. То есть смысл, что он очень быстрый, мощный и быстрый. Но там помимо ягуара еще и вверху на стеле, ну, на этом рельефе, еще этот ястреб. То есть это скорость. То есть очень мощная скорость и так далее. То есть это скорость и сила. Ну, можно так сказать. Ну, там, правда, ягуар получился добрый очень. Ну да, добрый-то добрый. Только как ухватит. А вот который наверху сидит, он там какого-то зверька это задавил и чмокает так. И он завтракает, он же хищник. Какую-то, то ли, нет, не крысу, какую-то непонятную грызуна какого-то, да. Ну ладно, добрый так добрый. Куда же деваться от такой доброты? Не убежишь, короче, от такой доброты. Наследие, действительно, наследие – это как раз вот расы. Родов асу, на земле асу. Все правильно, это наследие, все верно. Подсолнух, вопрос в эфир. Доброго здравия сказителю. А кому он посвящает свое творчество? Направлены ли его работы к определенной публике? И есть ли такая цель?
с которой он публикует свои работы. Благодарю. Ну, я уже как-то сказал в процессе рассказа, что моя цель – показать, донести, в общем-то, образами, действиями в картинах. Это вот давно ушедшие, там, скажем, времена именно богов, богинь, то есть, или сказочных персонажей, в общем-то. И они, в общем-то, все сделаны по былинам и сказаниям, и, в общем-то, славяно-арийским ведам, то есть нашей славяно-арийской культуры. То есть они как раз и, в общем-то, показывают, что в истоках Руси и той же ночи Сварога, вот, кто есть кто, да? Кто есть светлые созидательные силы, кто есть разрушительные или силы обновления. Вот цель такая, в общем-то, пробудить в людях чувство красоты, чувство того, что они являются, до сих пор являются богами или дети богов, божичи. Как бы там ни старались наши заклятые друзья, но в любом случае у нас в подсознании и в роду, сейчас говорят в генетике, все это осталось. Только надо вот проявить, надо как-то, чтобы оно вышло. И ну, вот с помощью этих, я, например, с помощью этих образов, кто-то с помощью слова, кто-то с помощью там звука, в общем-то, одно дело делаем. Светик-семицветик, очень красивые картины. А как вдохновляетесь на написание, наяву или во сне? Ну, получается только, ну, большая часть это наяву. А частично бывает, что и во сне приходят образы. Но со снами надо быть осторожным, потому что там иногда приходят не те образы, которые нужны. Вот, бывает и такое. А, ну, это очень редко, а в основном все это наяву. Хотя вот со снами бывают реальные сны, то есть не мультики, а действительно реально. Настолько реально, что то есть ты и чувствуешь, и осязаешь, и переживаешь в этом сне. Вот. Ну, хорошо, слава Богу, что просыпаешься. Потому что вот даже по ночи Сварога, почему вот эти вот оружия всякие и так далее. То есть до этого был такой сон, он настолько был реальный, что и главное, что он снился именно перед утром. Как бы там были комбинации такие, что по городу ходил и так далее, часть города, которую ты видел. Ну а потом как бы все это расплывалось, и ты видел другой мир. То есть ты видел мир там, ну, я не знаю, там какая-то гора громадная или остров это был, вот, он как бы вдалеке, и очень большие циклопические сооружения. Вот. Но самое интересное, что сначала было голубое небо, очень красивое, такое лазурное, а потом потихонечку черноватое стало. И вот вокруг этого острова как бы такое кольцо дымчатое. И вот с этого дымчатого кольца, в общем-то, какие-то лучи по этому, в общем-то, большому острову и городу. Но удары были не лучевые, и в то же время как бы термоядерного не было, а именно было такое оружие, я даже не могу, можно сказать, волновое, то есть как бы картинка менялась, то есть куда он попадал, изменялось полностью, предметы менялись, мерность менялась и так далее. Что это за оружие, я не знаю. Вот. Но мне настолько страшно стало, хотя я запахи, в общем-то, слушал, чувствовал и удары эти чувствовал. И вот когда сильный удар был, ну хорошо, что я проснулся. Проснулся, и вот в таком, да. Ну, а если бы я не проснулся, то я бы уже никогда не проснулся. То есть тело бы было, а души уже. Вот такое было. Интересные сны. Ладненько, идем дальше. Вопрос эфира от Светланы. Сергей, расскажи, кто сидит на переднем плане на картине Дария? И что он пишет? Почему там 3 граммы? Если я не ошибаюсь. Благодарю. Это, по-моему, картина Дария называется. Вот. Там получается, что на заднем плане идет гора Меру. Кстати, гору Меру как раз и строили ассуры, то есть, которые были гиганты, в общем-то, метров. Ну, тогда атмосферное давление было совсем другое, как Шевчук пишет, Владимир Шевчук пишет, действительно, 20 тысяч раз больше, чем наше, ну, современное. Вот. И они как раз вот и создавали эту гору Меру, и, в общем-то, храмовые комплексы всех и так далее. А там как раз идут вот 4 рода, да, вот там идет Дарий, который держит там планеты, потом идет Хари в плаще там, потом идет Светорус, это
девушка, да, там держит она медвежонка маленького, а там еще парк, рейс или парк, в общем-то. И как раз молодой там как бы больше дарун, можно так, как библиотекарь, ну, как писец. Вот. И он записывает, в общем-то, те события, которые происходили вот в этот период, в это время. Ну, а там показаны три письменности, по-моему. Там показана вот Арсенская молвица, потом Рийские тарги показаны, Арсенская молвица, и, по-моему, еще что-то, я уже не помню там точно. Судя по чему-то, там четыре письмена, как минимум, я вот вижу. Да, Рийские тарги, по-моему, потом корона, я не помню, есть или нет. Ну, Арсенская молвица есть точно. Ну, похоже на корону, да, там поднебесная черта, под ней что-то изображено, да. И как раз события с трех лун, там три луны идут, а три кольца такие, да. Ну, и на самой работе три луны подряд идут. То есть идет Леля 7 дней, да, потом идет Фата 13 и месяц 29,5. Ну да, все это видно. И каждый кого-то или что-то держит в руке. Вот девушка там с мишкой и пар, да. А там и сокол, и там еще что-то такое над рукой у него висит, какое-то облачко такое. Ну, там показывается, что вот большая медведица есть, там такая медведица стоит. Ну, там что-то говорит. Потом маленькая медведица есть. Ну, это чертоги, в принципе. И созвездие там парда. Ну, то есть Вингард Земли, да. И как раз созвездие Фениста или Сокола, ну или Ророга. Ну, примерно так. То есть надо еще понимать, когда смотришь, надо, ну кто, конечно, в теме в этой. То есть там не только дается, кто они такие, да, с какими глазами, вот, а еще дается, с каких они чертогов. Только вот указываешь именно вот животное. Медведица, медвежонок, и вот рысь, по-моему, там. Из пардовых. Да, такой нагленький, лезет, прям юбку дерет. Она прям такая недовольная, ну что ты лезешь, прям такой расцарапаешь. Самое интересное, что эта женщина, да, вот поднять такого мишку, этот мишка весит, наверное, ну там, не знаю, килограмм 100, наверное. Или 50-60, тоже вес громадный. Она его так легонечко поднялась, не играет. Вот такая была. Да и большая медведица тоже как-то так, она маленькая кажется. Так, недоросточек, медведица-недоросточек. Ну да. Ну, если учесть то, что там от 3 до 5 метров были, ну, это уже были, в общем-то, асы, да, то есть боги, воплощенные в людях. А еще же были там и асуры, там и наши вышние боги. То есть приходили именно воплоти. Не как аморфные существа, там, не как силы природы. Это уже потом, когда поменялась мерность Земли, то есть она стала еще плотнее. И поменялась мерность. То есть раньше мерность Земли, в принципе, можно было бы там... Четвертая была мерность, даже пятая была мерность. А после вот этих вот вторжений, ну, так называемых ананнуаков, да, то есть пришельцев с иных земель, да, земель Нот, Эдем, там, или еще откуда, ну, в общем-то, с преисподней, в общем-то, да, все изменилось. И поменялась мерность, в общем-то, стала уже трехмерная, а в некоторых участках и двухмерная. Вот ты вдохновлял в свое время Константином Васильевым, а теперь вдохновляешь ты уже других людей, Светик-семисветик. А я сижу, ткацкий станок расписываю, сейчас вдохновляюсь сергеевскими работами и изображу на стенке Русь ведическую. Вот так вот. Дело в том, что художник, вообще, что я хотел еще сказать, художник – это, в общем-то, обобщенное такое понятие, правда, сам словообраз я-то не нашел толком, что это такое. Только нашел, только там у готов было hand, а эгш, по-моему, руки или рукоделие. И все. А что обозначает само слово художник? Если мы почитаем так вот по слогам, то худо и жник. То есть, получается, жнец худого, что ли? Ну, вот типа такого. А вообще, получается, что такое художник? Вот. То есть, его он вовлекает читателя, зрителя, слушателя в совместное воображение. Вот. Ведет с ним внутренний диалог, развивает способность общения.
Ну и что вот должен художник? Художник должен быть творчески одаренным, обладать развитой интуицией, фантазией, которые вступают в единство с мастерством и сложившимся мировоззрением. Вот так вот. И, в общем-то, каждый может быть художником. То есть даже человек, который там что-то в органе, да, например, готовит там пищу, он тоже творческий, творческий подход, там шьет, вышивает, любое творчество, там, не знаю, даже тот же орач, он тоже проявляет творчество. То есть он думает, как оно будет, как вот посадить, как там то-то, то-то, то-то. То есть идет фантазия или мыслительный процесс вообще, фантазия. Ну а Достоевский вообще хорошо сказал, что фантазия есть реальность, действительность. Так что молодец, надо заниматься творчеством, творчество развивает, в общем-то, все наши сферы мозга, да, и правая, и левая, то есть не полушария, а именно сферы. Так что все правильно. Да, вот сейчас как раз я просматриваю картинку, где девочка олененка держит, про которую ты говорил. Впечатляет то, что там изображено. Ладно, идем дальше. Светик, Семицветик, вопрос в эфир. Есть ли у вас ученики? Как у тебя с учениками дела обстоят? Не, у меня нет учеников. Нет учеников, потому что... Почему? Потому что... у нас есть детская художественная школа, которая дает основные азы. То есть там принимают 6-летнего возраста. И, в принципе, там хорошие очень преподаватели, очень хорошие преподаватели, которые могут преподать азы именно вот там живописи, графики, скульптуры, там, ну и та же самая история искусства и так далее. А вот если уже мы берем по там, фэнтези, да, там, или сюрреализм, там, и так далее, то, в общем-то, таких нет. Это, ну, и обучать этому, ну, в принципе, можно обучать, но таких просто нет. Просто нет. И учеников нет. У нас мало кто занимается вообще творчеством. У нас даже вот выставки проходят, вот в Измаиле, да, картинная галерея великолепная, там, шикарная, люди там, научный персонал прекрасный. И выставок очень много идет. Они сейчас вообще как конвейеры идут. Но людей, да, на выставку саму приходят, ну, пускай там, да, где-то до 100-120 человек бывает, это очень хорошо. А впоследствии уже как бы там школьники ходят там как бы с такими делегациями. А чтобы кто-то ходил именно там, посвящался из, ну, как бы, житие, да, вот, жителей, ну, практически на нуле, полном нуле. То есть сейчас получается такой момент какой-то, что тех людей, человеков, в общем-то, очень малое количество. Столько мало, что по пальцам можно пересчитать. А в основном вот, жителей много. Ну, а так как раньше было больше людей и человеков, которые обучали жителя, вот, и общали его к творчеству, к развитию, сейчас такого нет. И вот такой вот идет, как можно сказать, так, духовный кризис. Ну, я думаю, что это временно. В любом случае, это временно. Вот. Все равно с вашей с помощью, то есть с тобой, Алексей, с Народнославянским радио, потом с людьми, которые занимаются, в общем-то, изучением, тот же Виктор Максименко, там, Павличенко, и, в общем-то, Шимшук, ну, и Сали, многие другие. В общем-то, это как раз вот, это люди, и даже уже, в общем-то, человеки, вот, ближе уже к Творцу. Вот на них сейчас ложится, в общем-то, основная нагрузка и основная ответственность вот за, ну, можно сказать, будущее. Ты знаешь, творчество очень быстро возвращается, отключается электричество, и люди начинают друг с другом разговаривать, потом от того, что делать нечего, начинают что-то делать, рисовать, строгать, сочинять. Кого-то нужда заставляет, а кто-то так, потому что творческий человек. Ладненько, уже почти 2 часа у нас пролетело, пора эфир заканчивать, но еще несколько вопросов я зачитаю, только покороче отвечай тогда, чтобы ответить на все вопросы. Итак, Светик Семицветик, сейчас интересуюсь мезенской росписью, увидела усказитель на картине «Похожую ладью». Вот что ты про ладью там в двух словах можешь сказать? Рисовал ты мезенскую роспись когда-нибудь, нет? Или так просто, что в голову пришло? Наверное, в голову пришло. Не. Хотя там мезенская роспись – это вообще потрясающая. Там и хохлома, и мезенская роспись. Там
совершенстве все. Дядя Вася, вопрос эфира. Знаком ли сказитель с таким художником, как Василий Верещагин? И что думаете о его творчестве, если знаком? Да, знаком с Верещагин. Это еще в Российской империи, имеется в виду. Это Коль. Ну, нет, здесь вот как написано, я прочитал. Знаком ли ты с таким художником, как Василий Верещагин? И что думаешь о его творчестве? Больше здесь не написано. Тот ли Верещагин, о котором ты подумал, или какой-то, может быть, другой Верещагин? Я не могу здесь от себя что-то добавлять. Я знаю, который был в Российской империи. Там погиб он в районе порта Артура. Русско-японская война. Вот был такой Верещагин, да. Очень сильный художник, очень мощный художник. В общем, честно сказать, если бы я не знал, что он был там в конце 19 века, я бы сказал, что это современный художник, потому что у него практически картины до фотографичности. Можно сказать, что это как фотография. Совершенно интересно и так далее. Да, согласен, очень точно все рисовал. Далее, Стеша У, вопрос эфира. Есть ли у вас книги или буклеты ваших работ? Спасибо. Книг нет, вот, а буклетики... Ну, как в электронном варианте есть буклетики, а книг или альбомов нет. Далее, вопрос эфира из Ютуба от Стеши. Какие холсты используете? Ну, я использую в основном двухнитку. Двухнитку – это может быть и лен, и ХБ. Дальше, Стеша, желаем вам вдохновения еще написать тысячи таких шедевров. Благодарствую. Видишь, полюбился ты народу. Анжела Шемшур, вопрос. Скажите, сколько уходит времени написать на картины? Ну, приблизительно, конечно. Ну, ты уже ответил, поэтому не будем повторять. Да, то есть и месяц, может быть, и два, и год. Годовая работа, то есть на одной работе работаешь. Ну, как бы не одной, то есть ты берешь как бы три работы. Ну, вот они как раз в течение года все идут. Зоя Кукова. Какой художник мощный? Моя тематика буйства красок, образов. Просто космос. Благодарствую. Виталий Микиров. Вопрос эфир. Как прорисовываете мелкие детали? Ну, с одной стороны, это моя манечка, можно так сказать. Потому что, ну, люблю я это дело. То есть я, ну, здесь вот опасность большая. То есть здесь надо понимать, что если ты деталировками занимаешься, самое главное – это держать полностью композицию, то есть в единстве, чтобы она была, чтобы она цельная смотрелась. Потому что бывает, что ты перейдешь на мелочи и забываешь о цельности. Такое тоже было. Ну, а потом, в общем-то, когда начинаешь смотреть, начинаешь исправлять, и понимаешь, что как бы, надо держать и два. И вот прописки эти, то есть ну, мелкие детали там и так далее. И в то же время, чтобы оно было цельным. Это самое главное. Ну и, в принципе, если художник владеет композицией, ну или живописью, или творческой личностью и так далее, то, в принципе, он уже, в общем-то, в совершенстве будет исполнять тот или иной там, труд или работу. Зоя Кукова, где можно увидеть вживую картины Сергея Сухинина? В Москве они есть? Есть, есть. Значит, вы сходите в музей Константина Васильева. Там есть мои две работы. Вот в позапрошлом году я их подарил. Я подарил... Значит, именно лично директору, в общем, подарил «Северный страж» и «Страж Междумирья». Там две работы. Вот. Ну, Горонин обещал их еще в прошлом году выставить. Но я, честно говоря, не знаю, я же в Москве не бываю. Выставил он в экспозицию или нет, этого я, честно говоря, не знаю. Ну и подойдите и спросите, вот есть две работы Сергея Сухинина у вас здесь. Покажите их, если они не вышли. Это как в рекламе про лекарства. Спрашивайте в аптеках, вот именно это лекарство. Вот здесь тоже серия. Приходите в музей и спрашивайте. Так, где-то у вас две картины Сергея. Ну-ка, покажите, пожалуйста. Будьте любезны, предъявите нам. Но я же говорю, что я точно не знаю. Может, они и в экспозиции. Так нет, я шутку говорю. Я не думаю, что такие замечательные картины кто-то будет скрывать. Ну, а там инцидент чуть-чуть. Я быстренько сейчас расскажу. Я в три работы же послал. Вот эти два стража и... «Дикая охота». «Дикая охота» там, где вот эта вот девушка бежит, полупревращается уже в лебедя, но еще не трансформировалась. И как раз вот там эти заклятые друзья, там все жгут, да, вот. Ну, это ночь с варгом, что, собственно, началось. Вот. И там стрела на вылет проходит, а сделана она была как раз по фильму Андрея Рублева «Тарковскому». Там как раз был такой вот элемент на купалу. Там, правда, не копьем ее пронзают, а именно, не стрелой, а копьем. Ну, вот был такой. Вот наподобие этого я что-то так в мозгу пришло, и я эту работу сделал. Так вот, там девушкам, ну, вернее, не девушкам, извиняюсь, женщинам, да, уже таким, ну, эстета,
сотрудникам не очень она понравилась. Я спрашиваю, а почему не понравилась? Ну, Доронину. Он говорит, ну, там голая баба. Если бы сейчас в нашем эфире присутствовал наш замечательный бонцман Васильевич, он бы сказал следующее. Бабами сваи забивают. А здесь девушка изображена. Баба – это еще у арабов означает мужчина, да, хозяйственный, то есть, который хозяйством владеет, у него много всего, ну, как барин, да, так у них баба, Али баба, да, Мохаммед баба, баба и так далее. Понятно. Ну, по нашим традициям, баба – это та, которая уже родила мальчика. Вот она могла, имела право называться бабой. А до этого как-то бабой особо не называли. Но здесь воздушная такая девушка, поэтому я думаю, что она еще бабой, ну, точно не является, потому что как-то вот все пропорции такие довольно еще молоденькие. Она с горлицей будет. Вот близко же есть герл. Пускай будет так, да. Александр, вопрос в эфир. Ну, хотя страшно, конечно, себе представить, что я думаю, что многим не баба не понравилась, а то, что ее пробивает стрела. Вот это вот печально. Хотя, кто его знает? Александр, вопрос в эфир. А может ли автор в таком же порыве и так же красиво написать нынешнюю ведическую Русь? Нынешнюю, это имеется в виду современную? Нынешнюю ведическую Русь. Не буду додумывать. Конечно, можно, чего же нельзя? Все можно. То есть творческая личность, он еще может относиться к магу. То есть могу все, но надо это изучать, надо это... И трудиться. То есть 99% это труда. 1% дара. Не таланта, а именно дара. Потому что талант это денежная единица. Хотя есть художники одаренные талантливые. Еще и, в общем-то, денежные. Ну что же, все вопросы мы озвучили, реплики все прочли, комментарии ты свои дал, ответы предоставил. Нам пора уже, наверное, заканчивать наш сегодняшний эфир. По нашей доброй и хорошей традиции я предлагаю тебе что-то пожелать нашим радиослушателям, зрителям Народного славянского радио. В первую очередь я, конечно, желаю всем здравия, вот, добра, мира, счастья, любви и благодати. И хочу еще очень сильно поблагодарить тебя, Алексей, и Светлану, и Народное славянское радио, что предоставили мне слово. Я, честно говоря, как бы не ожидал, а когда получилось, благодарен или благодарствую. Быть добру. Да, благодарю тебя за такие слова. Я, честно говоря, как-то даже несколько шокирован. Почему? Потому что мы предоставляем многим площадку, и не обязательно быть каким-то уж, как сейчас говорят современным, мегаизвестным человеком. Наша задача рассказывать о том, что помогает людям становиться добрее, светлее, находить свой образ жизни, то есть образовывать себя и жить по совести в ладу с природой, разбираться в этом мире, ведать что-то. Поэтому, когда мне говорят, я не верю, Алексей, что ты вот пригласил такого человека. А почему? Ну, он же человек такой же, как и мы, только творческий. Я не верю, что ты меня пригласил. Ну почему? Ты такой же, как и я, человек. Мы ничем не отличаемся. Так что как-то я это слушаю, и меня это несколько даже так местами в краску вводит. Какие-то мы там заоблачные такие, это, небожители, что ли, что до нас. Я легче не знаю, что я-то живу как бы в замкнутом цикле. То есть практически вот в топологической культуре у нас это вот я есть, там еще мой соратник Игорь. И практически все. Вот два человека. Все, больше никого и ничего. Общение вот такое, как сейчас происходит, или вот как я слушаю, у нас этого нет. Поэтому я действительно вот с болот, вот вышел с болот, да, и вот к вам. Поэтому, конечно, благодарен. Ну что ж, ладно, хорошо. Я только в конце уже напомню, что у нас сегодня по одному из современных календарей 17 января 2018 года среда, по одному из старинных, 38-й день месяца белого сияния покоя мира, 7526-го лета неделя. Сегодня мы говорили про истоки Руси в картинах Сергея Сухинина. И автор-сказитель у нас был как раз автор этих самых картин Сергей Николаевич Сухинин. Друзья мои, изучайте наше наследие. В нем столько всего скрыто интересного, что никакие там фэнтези, они рядом даже не валялись. Не то чтобы стояли, они даже не валяются рядом. Все фэнтези написаны на основах древнейших знаний, на обрывках этих самых древнейших знаний, на осколках древнейших знаний. Все как пытались разбить, где-то спрятать. И вот эти все фэнтези выхватывают что-то. А если бы они прикоснулись к своей древности, то там бы были очень-очень
величайшие из изложения, которые добавили много чего интересного в нашу жизнь. И вот как раз Сергей, он доносит те, вот слово «осколки» здесь не очень подходит, доносит то, что он чувствует, то, что он познал, его дар художника, раскрытый его поток родовой, воспринимает все это и изображает, доносит до нас. Вот такие люди на вес золота. Становитесь творцами. Открывайте свой родовой поток. Вообще, становитесь хозяином своей жизни. Но это ж так классно, когда не кто-то тобой управляет, а когда ты строишь свою жизнь. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио. Сергей Николаевич Сухинин, Алексей Орлов. До новых встреч, мои друзья. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.